Там была акция, там он стоил что-то 7 тысяч, и сколько там за 5 тысяч в итоге я его купил. Вот, но там надо понимать, чтобы это было оригинально, потому что там есть под... Бля, ну я не могу первый уровень. Так, подождите, дайте я его первый уровень пройду, а потом можно будет потриндеть, потому что тут на первом уровне невозможно триндеть и проходить. Вот это, знаете, микрофон есть такой вот... Да иди ты в пень, играй, ё-моё, дай рассказать людям, ё-моё, задолбал. Тебе челы бесконечно душат, ну... Микрофон, в общем, там... Да иди ты нахер, бля, ну что это за херня, бля, ну... Серьёзно, бля, ну первый уровень, ну чё за бред, бля? Выводы делать. Бля, ты серьёзно? Ну ёб твою, ну что это за херня, уже какой-то, бля... Это просто пи. Сколько там было, блядь? 20 минут, блядь. Просто в сраку засунули. Ну, камон, ну, бля, я не могу. Бля, эта игра, она вымораживает просто. Ну, с буком уже плюс-минус научился. Если он, не, конечно, не хитрит. Ой! Бля... Все, это цикл, бля, это все, это жопа, бля. Если ты попадаешь, все, это уже невозможно, бля, пройти нормально. Ёпарасоте, ну че за бред, блин? Да иди ты нахрен, блядь, ну это все. Тут 15 минут в задницу просто, ёп твою мать, а. Ну чё за бред, бля? А сейчас произошёл? Объясните мне. Бля. Ладно. Белоруссиан стыли джепс. Чего? Ни хрена себе, изум. Нифига ты заряжаешь. Спасибо тебе большое за косарь. Вот это новость. Джуборики поддерживают. Это мощно. Спасибо, изум. Спасибо большое за поддержку. Да. Да ёб твою, да. Ну камон, игра, блин, ну ты сколько будешь издеваться, а? Родители, там, бабушек, дедушек, да? Ну то, что помогать им и все остальное. Да ты задрал, бичара, да иди ты в пень, игра, ну я не могу уже, она меня бесит, блин. Она же реально бесит, блин, своими этим бесконечными, блин, приколами, блин. То этот бык, блин, с одного раза отлетел, то он теперь, блин, с трех пульт никак не отлетит. Ну ёб твою ж мать, а. Так, короче, это последний заход, я потом идем в этот, как его, Gunstar Heroes надо закрыть. Потому что все, я понимаю, что я не могу в нее 5 часов сидеть, у меня крыша просто уезжает. А, понял тебя, ты... Ой, бля, ну это все, блядь. Ну я опять сижу, блядь, не вылазящий. Ну ё-моё, сколько было? 20 минут, ну это же жесть, ну. Так, что там? Сейчас давайте все, все вопросы сюда, сейчас, блядь, разваливаем. Ну ё-моё, бля, не могу, блядь, пипец, ну это жесть. Бля, ну с самого начала каждый раз начинается, это жестко. Это прям жестко. Да, блин, ну как ты не сдох, блядь? Ну первый уровень это просто какая-то... Первый уровень это просто ад какой-то, вот просто ты бежишь, стреляет вся карта, и причем всю игру потом ты идешь, и такого нету вообще. Однажды иду домой и вижу, как ее целует другой. Офигеть. Вздохнул. Блин, слушай, ну это травма на всю жизнь, посмотреть как... Тебе понравилась женщина, смотреть как кто-то другой с ней тусит. Блять, а почему он не сдох, класс. В итоге доучивался с ребятами младше меня на год. До сих пор угораю, что я единственный, кто реально 11 лет учился. Я, кстати, с 9 класса пошел в училище. Бля, а почему он не сдох, блядь? Я же ему 4 раза он должен был сдохнуть. Бля, ну игра, ну что... Бля, мне такое ощущение, что иногда здесь урон рандомный. Да я не запухтелся, я знал, что он... Ну он должен был сдохнуть, и... Они всегда сдыхают с 3 циклов. Я помню, мы заходили к трудовику... Ой, к трудовику, к физруку. А они с трудовиком, короче, курили там. Мы заходили в подсобку, там, короче, дымовуха жесткая. Мы такие, здравствуйте, мы хотим поиграть в этот, как его, в баскетбол.
он нам просто из тумана вылетал ключ. Типа, вот, возьмите ключ от кладовки, возьмите там баскетбольный мяч и играйте. Это реально было просто темень такая, дымовое облако. Нихрена непонятно, кто там чё. Вот, и там такая жесткая курилка, блин. Я просто сейчас не представляю, вот в современных реалиях. Сейчас бы такое в школе, но не... Чего? Чего? Я здесь не допрыгнул? Ладно, окей. Ладно, тут полминуты как бы. Ну, человек 5, наверное. И вот мы сидим, вот на лавочках ждем. И вот она сидит и рядом с ней, и мы, короче, с ней так чуть-чуть поговорили, и я такой, типа, нифига себе, она со мной заговорила, типа, нихрена себе. Она сидит с другим пацаном, короче, и я до нее... Да ёб, да как ты меня зацепила, это херня, бля, ну ё-моё, блядь, ну что это такое? Ну чё за срань, а? Ну, блядь, она же... Блядь, ну это пиздец, короче, это пиздец. Блядь, да что за хер, я сегодня два раза сдетаю, блядь, 20 минут, блядь, ну... Не, короче, я не буду, наверное, сегодня Gunstar Heroes, я, короче, попробую до двух посидеть, и все, я уже, все, я морально, короче, здесь. Надо делать слайд там, короче говоря, вот чем вся фишка. Постоянно причем. Бля, этот вообще летит просто, блядь, я не знаю, на ракете, блин. Мне что, с прыжка его надо стрелять или что, блин? Так, снова, мне тоже нравилась одна старше меня на 5 классов, она мне... На санках? Как... Блядь, да... На санках пару раз катала? Нифига себе. Тихо-тихо-тихо. Иди ты, да иди ты, бля, ну. Бля, он задолбал, бля. Нахера я вверх полз, он был вниз ползти, ну ёб твою мать, а. Это пипец, блин. Сколько проходить? 56 минут, блин, ты делал, что нормально было. Блин, да я вот не люблю его отталкивать, Кром, вот он ты делал, что, блин. Ай, да ёб твою ж мне. Бля, первый уровень тут начал опять мозги компенсировать. Бля, ну я же сделал слайд, бля, ну ты просто у него после этого выстрела чуть-чуть идет задержка. Ой, бля, так, ладно, двое смерть добавлю. И сколько это, 25 минута? Ну что это такое? Ну я же нажал уже после этого, ну что за фигня, блин, ну я же нажал просто прыжок. Почему он слайд-то сделал? Ну ё-моё, блядь, ну чё за, блин, бред такой, а? Ой, всё, блядь, началась эта лопопундия. Бля, у меня уже не первый раз такая херня, а? Ладно, хрен с ним. Mortal Kombat Onslaught надо посмотреть обязательно. Давай. Ну, возможно, Марс, возможно, ты поможешь. Просто когда я сижу там 5 часов, первые часы как бы продуктивные, потом... Я, конечно, стараюсь, да, сделать репост. Блядь! Пиздец. Ладно, я сейчас поставлю тренинг, я не могу уже сначала, у меня, бля, башка взорвется. Так, подожди. Ну вот, блядь, ну вот нахуя я в чат смотрю? Объясните мне, блядь. Я не пройду никогда в жизни, если я буду сидеть смотреть в чат, это пиздец. Не, ладно, давай заново, похер, блин. Сука, ну так отлететь, ну... Блядь, ну это жопа, ну блядь, ну как? Лизана. Что-то еще жарко, хотел окошко открыть, блин. Ты гренджу. Ну
он давненько не стрелял, не поднимал башку. Во! Вот это уже хорошо. Блядь! Ёбаный в рот, блядь! Ну что это за хуйня, блядь? Ну... Сука, я думал, уже какая-то хуйня произошла. Что он еще сверху, блядь, вылез, а там уже, блядь, ну нахуя, сука, а? Не, наверное, у меня сегодня, блядь, желание что-то пропадает. Максимально, блядь. Блять, ну что я делаю нахуй? Ну ебаный в рот, блять, ну пиздец. Сука, дурак, блять, а. Ладно, пишу тренинг, пройдем всю игру, потому что не хочу сначала. Пиздец. Сука. Блять, там же надо было просто в правый угол забиться. Ну хуя я туда залез, блять. Как она заебывает меня, а? А? Даже первый уровень уже отлетает. Он понял, что шансов нету. Говорит, что за бык этот вылез тут, а? Что творить-то? Тут и кончились, все. Крюгер. Блядь, Да, Бахамута забрали, Крюгер. Да-да-да, Бахамут уже спит. Вот. Босс на ракете. Рекорд стоит сейчас. Так, все, поехали. Угу. Нам еще вот на этом сравнении лететь. Это будет вообще эпик файл. Yes! Да чё за нахуй, блядь? Ёбаный в рот, что это было, нахуй? Пиздец, как я, блядь, мимо этой ебаной банки-то пролетел? Ну это вообще пиздец. Сука. Блять, ну как нахуй? Ёбаный насос, а? Сука, а? Ну пиздец, ну как, блять, и опять нахуй 30 минут просто в задницу засунуть. Так. Так, что у нас тут будет? Бля, а что у меня оружие? Да, майский жук залетел. Да, майский жук был. Блядь, ну ёбаный насос. Ну что за хуйня, блядь? Пиздец, ну что ты меня убило? Блядь, почему у меня оружие, блядь, переключилось? Что за хуетень? Да это пиздец. Сука, нахуй. Не, в пизду, я уже все, блядь, в жопу нахуй летел. Ёбаный в рот! Этот сучара еще залетел, блядь, каким-то хером, блядь, сюда. Здесь, блядь. Все, нахуй, хуйню, все, я заебался сегодня. Ладно, давай последнюю, блядь, ладно. Сука, блядь. Ну ёбаный в рот, ну что за хуйня, какой нахуй жук, блядь? Сука, еще на этом боссе, блядь, которым, сука, в секунду не туда нажал, блядь, где-то что-то, блядь, не так пукнул, нахуй, все, улетаешь, блядь. Ну как так, нахуй, ну ты охуеть, блядь. Пиздец, блядь.
Хуя, блядь, происходит, нахуй! Да иди ты в задницу, пиздец! Что это было? Да все, нахуй, блядь. Пиздец, нахуй, что это было? В начале раунда он, нахуй, ёбнулся куда-то. Ёбаный нос, что это, блядь, произошло, блядь? Хуя он там начал, блядь, пируэты, блядь, мучить? Что это было, блядь? Сука, нихуя себе, блядь. Ой, блядь, он чё, блядь, запрыгнул в мой угол, блядь, взял клешню, блядь, чё, блядь, происходит? Сука, а? Бля, вот как это работает? Почему иногда... Оружие проваливается сквозь ящик, иногда не проваливается. Я не понимаю, что это за баги такие. Да не, бля, дайте ты в жопу игра. Все, не, на сегодня мне хватит, если 90 пойдет. Блять. Ну, все, я пошел спать. Ой, да, такой пиздец. Ебаный носок. Ну ладно, давай, супер, ластецкую, всё. Бля, ну я что-то подгорел немножко. Не успел. Сука. Да пошел ты в жопу, бля, ну такой мудила, пиздец. Пойду отдыхать. Вот это все писать историю для игры и тому подобное, может там уже шаманить все, что хочешь. Начало, первый мир, там шансунги, там кто-то выжил, кто-то не выжил. Создаем новую вселенную, ну вот это все, да, то есть им в этом плане как бы, что, да, ну гораздо проще теперь сюжеты придумывать и думать о будущем, создавать каких-то персонажей, там вселенную строить. Другое дело, если мы там сядем, да, игра выйдет, мы зайдем этот режим истории, пройдем все это, да, это будет интересно, окунуться, посмотреть, там, да, синематики, я думаю, будет красиво. Ё-моё. Я думаю, что там будет все красиво сделано, ну в этом плане, да? Блин! Я почитал эту тему, я знал, что он свалится оттуда, но я, блядь, не понял, что меня он зацепит там! Я не знал, что надо прям в левую часть экрана свалит, твою ж мать, а! Ну засранец, босс, ё-моё! Ладно, давай треньку, если бы я здесь не отлетел, я бы прошел или нет, ну как вариант. Так, я не помню, смерть я добавлял, вроде бы не добавлял, да? Go. Чего, блядь? Ой, блядь, все, короче, я понял. Блядь, ну что это, блядь, за бред, ебаный, а? Ну пиздец. Пропускаю, да, первый уровень? Ну ладно, окей. Ну я надеюсь, что на этот, как его, на Бакиохар не будет сыграть, потому что я, честно, я что-то вот после этого челленджа я уже не хочу. No damage challenge, потому что это пипец полный. Ёбаный насос! Блять, что? Что это было? Что меня убило, блять? Я не понял. Пиздец, это что было, блять? Ёб твою мать, что там вылетело, блядь? Себя пытаешься переставить на кого-то другого, блядь. Расскажи мне, пожалуйста.
Я человек спросил, я ему ответил, ты здесь при чем вообще? Снова привет. Так, как привет, успехи в прохождении? Да, и да как нормально сам? Все. Успехи норм. Ну, сегодня пока, видишь, вот уже отлетели первый раз, вот. А так в целом нормально.